Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, решили мы на историческом месте построить современную поликлинику. Сделаем это быстро, потому что большой запрос у жителей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с активными жителями села Ромашково на новом строительном объекте. Уже через год на месте бывшей деревянной амбулатории, открывшейся более века назад и уже снесенной, появится современная трехэтажная поликлиника на 350 посещений в смену с детским и взрослым отделениями. А сейчас мы оснастим эту поликлинику. Она будет достаточно большая, вся округа может пользоваться ей. И Андрей Робертович очень часто говорил о том, что вот здесь нам нужна поликлиника. Он приезжал к нам на встречу. Вот. Его задача будет найти хороших врачей. Они у нас есть, слава богу. Приезжают к нам. Средства из бюджета на строительство выделены. Сейчас рабочие переделывают находящийся рядом ВЗУ и перекладывают канализацию под потребности поликлиники. Основное строительство подрядчик обещает завершить до конца этого года, а оснастить медучреждение и сдать объект планируется в апреле 2023-го. Отделочные материалы, вопросов нет? Потихонечку снижается, пока нет, пока всего хватает. Сколько человек будет на объекте работать? Пиковую нагрузку 148. Андрей Воробьев вместе с жителями смог понаблюдать, как строители заливают первый куб бетона в основание новой поликлиники. Чтобы было удобно добираться до медучреждения, здесь силами муниципалитета проведут необходимое благоустройство. У нас большая программа в этом году, вы знаете, строительство и школ, и детских садов. Но здрав, он всегда в авангарде. Особенно нам это показал ковид. Поэтому мы по-прежнему приглашаем врачей, медсестер. И, конечно, эта поликлиника будет большая и детская, и взрослая, укомплектована всем необходимым оборудованием, что важно. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».